Красота – вещь субъективная, а в модельном бизнесе тем более. Армине Арутюнян – яркий пример того, как рушатся стереотипы о модельной внешности. Девушка родилась в Ереване в интеллигентной творческой семье. Дедушка Армине – Хачатур Азизян, известный в Армении художник. О модельной карьере Армине не думала, отучилась на графического дизайнера, но по воле судьбы оказалась моделью известного бренда Gucci. Когда Арутюнян была в Берлине на концерте любимой группы, к ней подошел молодой человек, представился скаутом модельного агентства и попросил сделать ее фото и оставить контакты. Армине сначала решила, что это какая-то шутка, но согласилась. Вскоре ей позвонили и пригласили поучаствовать в дефиле Gucci в Милане. Несмотря на отсутствие модельного опыта, Армине прекрасно отработала наравне с профессиональными моделями. Но далеко не все готовы были порадоваться за Арутюнян. На девушку сошла лавина критики и издевок относительно ее внешности. Сначала она, конечно, расстроилась, но потом, собрав волю в кулак, решила продолжать модельную карьеру, раз уж ей выпал такой редкий шанс. Отработав на показе в Грузии и встретив теплый прием, Армине окончательно убедилась в правильности выбранного решения. Так держать, ведь на каждый роток не накинешь платок.